вообще услышала о том, что такая потрясающая компания, как фильм ЮА, снимать будет мой любимый персонаж. Конечно же, я была безумно рада, счастлива, так как я считаю, что «Лесная песня» — это наше «Лебединое озеро». Катериною працювати велика шана і дуже приємно, дуже професійно, неймовірно. Вона вже прийшла в такому образі міфічної істоти, трішечки відсторонений від людей, і все ж таки дуже людською. Наверное, у меня сегодня три образа, знаешь, расстроение личности было, но хотя это было очень интересно и полезно, потому что я должна была совместить мавку бестелесную, балетную. Плюс, конечно, чтобы она не была слишком утрирована, совсем балетная, да, я должна была свое человеческое естество внедрить, да. И, конечно же, отыграть как актриса. Це дуже складна річ, коли тобі треба не перейти грань і зробити виразні рухи, дуже естетичні, пластичні, красиві, і водночас не переграти, тому що це вже буде дуже забагато. Спасибо вам за крутую, невероятную работу, которую вы делаете. Спасибо вам за вашу любовь, которую вы вкладываете. И за те эмоции, которые вы потом всем нам дарите.